Вот как и Девадзе остановилось сердце. Позже выяснилось, что челюсть раздроблена на 16 частей. Вот вертикально, да, и вот так я лежу и качусь вниз, куда-то в пропасть. Подо мной огонь, а надо мной вот большие ворота вот так закрываются. Я уже хорошо помню, что думаю, вот сейчас мои близкие все уже там стоят, наверное, уже плачут, что я уже все из этой жизни ушел. Вот такие вот мысли уже в голову приходят. Этот огонь мне вот как-то мне не нравилось это все. А я уже очень быстро катился вниз. И начал себя просто вот, наверное, мозг сам начал бороться, чтобы вот я не хотел просто там куда-то там пробивать там, этот вагон, или в ад, или где я был, я не знаю.